Качество предоставляемых транспортниками услуг населению по пассажирским перевозкам в Шымкенте оставляет желать лучшего. Ежедневно более 1100 автобусов выходит на линию. Однако пассажирский транспорт нередко нарушает правила дорожного движения, соревнуясь между собой в борьбе за пассажиров. Кроме того, множество нареканий и к чистоте общественного транспорта. Неправильная остановка автобуса, ездить с открытыми дверьми – это наши водители автобусов. Для безопасности пассажиров общественного транспорта отдел транспорта провел 97 рейдовых мероприятий, в ходе которых было официально вынесено 197 предупреждений. Однако изменений в работе транспортников не произошло, а руководители компаний пассажироперевозчиков выразили недовольство работой транспортного отдела города и центром диспетчерской службы. Отдел транспорта – это организаторы. Почему несколько автобусов приезжают на одну остановку одновременно? Потому что неправильно организовали. Центр диспетчерской службы – это вообще непонятная структура. Выслушав обе стороны, аким города Габидулла Абдрахимов напомнил, что главное – это безопасность горожан. Градоначальник призвал работать все транспортные структуры сообща и заявил, что готов выслушать всех и при необходимости готов протянуть руку помощи.